Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, команды. Сундук у нас готов. Друзья, сундук, и смотрим. Так, 112 тысяч монет, крылья, форсаж для мотоцикла и топливный ускоритель для дизелька. Да ты запарил уже. Так. Привет. Привет, привет, привет. Бесплатный сундук. Открываем. Так, магнит, ускоритель, дым. Фух, так, здесь тоже открываем сундук. Посмотрим, что у нас там за новые задания. А, проедь ржавый риф, не хочу. Получи 250 эфирного времени. Вот это уже получше, ребят. Это поэффективнее. Ну что, 23 тысячи кубков впереди. И я думаю, что сегодня я их возьму горяченькими, так сказать. Поехали. Песок в купальнике, ну что будем брать-то? Да тут, наверное, и думать нечего, да? Берем нашу ролейку. Нечего, как говорится, тут изобретать велосипед. Поехали вниз. О, красота какая, ребят. Давай, 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 давай. Нет. Там уже нас обгоняют, сейчас мы... Чу! Какого лешего ты, парень? Как ты так? Жучинка мелкая, а? Смотри-ка, на хвосте у меня сидел. Так правильно я там... Что? Что еще? Что еще за... За подлагивания были, ребят? Ну и зачем я так сделал? Так, бразильцу, бразильцу не имеем права проиграть, наверное. Или имеем? Или имеем право проиграть бразильцу, ребят? Черт его знает, имеем право или нет. На чем он там едет-то? Сосунок несчастный. Эх, второй? Второй, ребят, я вообще-то думал, что последним еду. А оказывается, мы приехали вторым. На третьем канале, ребята, ХКР-ка первая часть у меня. Я думаю, вы заметили, да? Без звука записалась. Микрофон забыл включить, представляешь? Просто забыл включить микрофон. Тут начал перфоратором чудак чудить. Я вырубил как бы, ну, поставил музыкальную паузу. Есть такой на микрофоне. Вот. Музыкальная пауза, блин. Че назову тоже? Ну, в общем, просто беззвучку поставил, ребята. Вот. А включить забыл, когда начал серию снимать по хакерке. Так, ну что, первое место, отлично. Отлично, забираем с тобой 1000 монет с барского, так сказать, плеча. И горный кубок. Давай мы этот горный кубок попробуем. Попробуем проехать с тобой на ХКР-ке. Ну что, ожидания остальных игроков. Зашибись? Эй, почему-то именно на этой машине. Давай попробуем. Куда игроки-то делись все? Ладно, подождем. Угу, дождались. Слушай, что-то слишком долго как-то мы ждали их. А где ханыга-то? Ребят, мотоцикл что, я так понимаю, где-то... Где-то встрял конкретно, да? Ну, в плане разбился. Опа. Да, мотоцикл, видимо, довыпендрился и там где-то отдуплился. Причем он едет на форсаже. Ну ладно, посмотрим. Посмотреть хочу, насколько ему хватит долго форсажа. Ну, до финиша он доехал, ребят. Хотя мне все утверждают, на мотоциклах там и на спорткаре у тебя быстро очень будет качаться горючее. Не вижу, ребята. Ой, зря я, наверное, так делаю. Конечно, зря. Тут еще и лихач.
Опа, второй. Так, а получается, что я вообще первый. Блин, знаешь, что мы с тобой не сделали? Да ё-моё, я только сейчас посмотрел. Рыло-то свиное мы не поменяли. Нам же нужно каждый раз менять. Во. Девочка в такой шапочке. В прикольной. Ну что, опять ждать, что ли, блин, 3 часа этих остальных игроков? Тут быстрее. Опа. А этот пролетел. Но он тоже, ребят, с крыльями. Значит, у него крылья получше, чем у меня. Только такой вариант я могу сделать. Ну да. Почему-то он пролетает намного лучше, чем я. Значит, крылья прокачаны круче. Суси какой-то. Представляешь? Это суси. Вот тебе суси и все. Рычик доказал свое превосходство. Так, на первом месте пока. Ну что, вот здесь вот, не знаю, ребят. Ё-моё, ну ты понял, да? Немножко это, конечно, тупо. Ну, бло. Бабло в трусах, в штанах. Продинамил, короче, чувак, вспышку. Перевернулся. Ну, бло несчастное. Ладно, ребят. Я первый. Дай-ка я здесь заберу награды. 3000 монет плюс сундучок. Колесный ускоритель, это у нас для выскочки и магнит. Выигрыш 6 гонок, кстати, мы можем получить награду. Забытое шоссе, вот забытое шоссе, будем сегодня ехать. Да-да-да, именно на ней. Кстати, подожди, пока есть возможность, дай-ка я... Опа! Вот так вот сделаю. Да что ж ты будешь делать? А, нет, быстро. Кто на чем, ребята? Кто-то мне сказал, Рэй, прокачай монетный ускоритель на нем. Ребят, я бы с удовольствием прокачал, но он, по-моему, не прокачивается. Ох, ничего себе. Йоу. Вот это да. Че, у нас тут одна гонка, что ли, всего лишь? Эть, правильно. Лучше, лучше здесь проехаться. Перевставай, вставай. Это, конечно, было рискованно, ребята. Но мы проехали. Мы проехали, мы красавчики. Особенно, когда машина у меня перевернулась, а потом встала на колеса. Это, конечно, дорого стоило. Управление в воздухе, ребят, на моноколесо. Ну вы серьезно, что ли? Да. Так. Ой, куда я хотел, что-то на гонку не нажал. Кубок аллигатора, нет уж, нет уж, нет уж, нет, нет уж. Кубок аллигатора мы будем проходить вот на своей же этой роличке. Потому что этот, эта машина у нас 100% там встрянет. Понимаешь, да, еще меня? Так, секунду. Кстати, это лишний раз доказывает то, что мы играем с ботами. Потому что если бы это было бы реал тайм, то, ну как бы ты паузу нажал бы, если бы ты с реальными игроками бы катался, согласись. Все, задание выполнено, я выиграл 6 еще гонок. Потом заберем награду, конечно же. Да просто у меня будильник был заведен на работу, чтобы я проснулся. И вот он зазвенел, мне пришлось отключать его. Да ну! Вот тебе да ну. Тьфу ты, слов моих нету, а. Ой. А
Мотоциклист свиное рыло, а там перевернулся на крокодиле. Еще так смачно. Кто-то мне говорил, вот, типа, спорткар предназначен чисто для городских. Ребят, смотри, как он ездит по болотной местности. Все нормально у него. Так что нету тут каких-то таких ограничений там, жестких. Вот только на таких трассах все. На любой трассе можешь гонять, если у тебя есть желание и ты очень сильно мотивирован. Так, тяжеловоз, ускоритель для танка. Что там опять? Опять какой-то ерундой занимается Никитос. Ну что, 23 тысячи кубков уже, ребят, практически. Вот, я уже их вижу, можно практически рукой до них дотянуться. Кубок, скалистая дорога, грязная дорога. Летим. Пока мы там, блин, с тобой эти полеты делали. О, какой-то там паренек, по-моему, перевернулся. Мне или показалось, или чувак с идеальным приземлением там. По-моему, он был с идеальным приземлением, ехал. Я уже как бы отошел от этих идеальных приземлений. Мне вот так вот подавай. Баланс. Баланс на воздухе, да? Летишь себе спокойно, как птичка. И на финиш. Вот красота. Ну что, последняя гонка. В этих скалистых горах. Куда полетим? На гору, наверное. Все там сразу вил, все вниз. Ну, наверное, они и правы, что вниз. Поехали. Господи ты, боже мой, ну что ты, ну Рэй, ну ютпрс, это, блин. Ну вот, 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 надо было все-таки вниз ехать. Поверху. Первый. Кубок путешествий. Поехали на этой штуке покатаемся, а? Ох, хо-хо-хо-хо. Ну конечно, ну конечно же. Это что у нас там? Зашибись, тут и выскочку дали. Ать. Ох. Неожиданно, ребят. И не разбиться, все, короче. Теперь придется только ждать, когда бензин кончится. Или же вот так. Отъезжаем назад. Райская бухта. Блин, ну, конечно, меня подвела ККР-ка это. ККМ-ка, точнее, ККМ, конечно же. Какая ККР-ка? ККМ-ка. Пипец. Вот ни у кого так машина не срывает, как у меня. Вот ни у когошеньки. Чувак тоже, кстати, с крылышками. Такой встал, проплыл. Нормально, а чё? Все четко, ребят. Ну давай ты уже заезжай. Блин, не надо было мне завершать на ККМ-ке гонку. Там было еще две попытки, может быть, я отыгрался бы все-таки. Ладно, фиг с ним. Сейчас мы возвращаемся на свою прежнюю позицию. Вот, столичный кубок. Поехали. Проехать через. Через что?
Да хорош, ты что делаешь-то? Не вздумай сюда заехать. Блин, как вот у нее скорость-то быстро теряется, не понимаю я. Почему? С чем это связано? И вот это вот дурацкое приземление с верхушки. Все, ребят, он сразу. Не вздумай нафиг. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Трындец. Почему такая трасса для тебя сложная, вот эта вот? Я не понимаю, для этого, для этой гоночной машины. Ты не вздумай еще. Ну тут, в принципе, какой? Четвертый последний. Ладно. Ладно. Трасса трассе рознь, я тебе скажу. Есть трассы, на которых нормально она едет, есть трасса, на которой вообще просто не хочет ехать вообще ни в какую. Там, где монеты, конечно, она хорошо там и скорость набирает, и все. Но не хватает ей скорости допрыгнуть до определенных мест. Фига, чувак, с кубка. Ты мой кубок забрал, чувак. Так, ну-ка давай. Управление в воздухе, ускоритель дым. Какой-то, вот, честно сказать, ерунду дают. Ускорение в воздухе, ускоритель дым. То, что практически никогда не нужно и которым мы практически никогда не пользуемся. Ну, по крайней мере, я не знаю, может быть, кто-то другой там использует это все, но как для меня, так это вообще. Вот зачем ты это делаешь? Ну, ёпрсты, ну. Ой, болванчик, а. А почему я первым еду? Я не понял. Подожди, а где я тут? Я вообще-то гнался за супердизелем, а по итогу почему-то первым приехал. Конечно, врезаемся. Во-во-во-во. Ты видел? Чувак там что вытворяет? Но он уже, наверное, на финише? Нет, вот он. Я думал, что он уже давно на финише, если честно. Окей. Ну, что я могу сказать? Ну, повезло ему, что у него есть такие попрыгульки. И повезло ему, что он наверх попал. Попал бы он вниз бы, я бы посмотрел бы на его попрыгульчики бы. Как бы он тут попрыгал бы. Не надо. Я. Фух. Ну что, чуть-чуть осталось, ребята. Блин, глубоководное погружение, которое, блин, терпеть не могу. На самом дне. Вот я сейчас и буду, по ходу дела, на самом дне. Опять ожидания остальных игроков. Здесь уже подзатянулось, как ты видишь. Лихач, смотри, что творит. Куда он там полетел-то? Ох, лихач, лихач. Я лучше так сделаю. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, машина вообще перестала слушаться. И какой-то джимпа там нас обогнал, да? А это лихач, по-моему, и был. Да, весь раздолбанный, но... Второе место. Второе место, блин. А почему? А потому что я перелетел там этот воздушный поток.
И считай, какой-то промежуток офигенный. Я ехал просто без кислорода, без этого шарика, без воздушного. Слушай, меня вот это напрягать уже начинает. Не прыгать. Мистический кубок. Че не прыгать-то? Давайте мне это, блин. С чем это связано? Может быть, с интернетом что-то, а, друзья мои? Оп. А, видишь, спорткарчик что творит? Вот пускай там дальше. Ать! Не хватило мне, маленечко, ребят, не хватило. Я уже начинаю немножечко подумать, а не поменять ли мне крылья, а, ребят? Я бы с удовольствием бы их поменял бы на монетный ускоритель или на форсаж, что-нибудь такое. Смотри, 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 смотри. Оп. С этим спорткаром небольшая была такая подтасовка, ну ты видел, да? Так, я здесь пойду. Тихо ты. Все так идеально врезались. А я первый. Ху. Вот это было, да, это было. Блин, буря пней. Ну, буря пней, я помню, по-моему, это. Это сейчас будет все время вниз, 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 где пеньки будут постоянно, да? Не? Да. Это надо будет постоянно вниз. Да ну, че ты? Твою налево, блин, эта машина. Сейчас бы встряли бы, ребят. Сейчас просто мы могли бы встрять. Ну что, пустынные пещеры. Пустынные пещеры. Шиворот, блин, на выворот, говорят. Да как фиг ли ты хотел, ну вот. Вот, да выпендривался, блин, Рэй. Теперь получай, что заслужил, блин. Чепушила, блин. Понты свои там начал резать, блин. Нахрена ты это делаешь, блин? Аккуратничаешь там, что-то. Как будто это кому-то нужно, это аккуратничество твое. Что он там делает, попрыгулька? Иди попрыгай в другом месте где-нибудь. Вот так вот. Прыгает у меня там еще. Кузнечик хренов. Так, я поехал сюда, а? Не плевать на тот кактус. Опять? Кузнечик там свое вырубает. Давай, Рейчик. Только не надо потолок тереться, блин. Все. Все, 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 все. Попрыгульки там никому не помогли. Так, кубок колпака и ступица. Блин, как мне вот это добивает, ребят? Ржавая долина. Сразу же такой. Да? Резкий перепад. И постоянно на этом, на этой трассе мотоциклист хоть один, но будет. Летим тогда, фиг ли ты. Ага, захотел уже. Тянет, тянет носочек вперед. Тянет, блин. Но не тут-то было. Блин, идеального старта не было. Упс. Ну, умные это понятно. Умные это здесь. Прохиндеев-то дофига. Во. Вот что я сделал. Фига я там пролетел, очень даже круто.
Ну, мотоциклист, я смотрю, опять от меня не отстает. Есть. Мотоциклист не отставал от меня. Сзади там где-то барахтался. Рева, какой ты рева, ё-моё. Рева, ё-моё. Ну вот смотри, ребят, вот у меня крылья. И что вот они мне дают, если эти же ребята, которые без крыльев, то практически так же едут, как и я. Вот объясни мне, смысл, смысл мне объясни. Что мне дают эти крылья? Я вот сейчас специально посмотрел. Мы ехали одинаково. То есть я лечу в воздухе, они по земле едут. Я никакого преимущества не вижу. Че там? Пещера в пустыне. Давай, давай, остальных игроков быстрее находи. Да, сегодня, конечно, в ожидании остальных игроков что-то аж вообще прям на грани. С тягачом, блин, тут, конечно, ребята, соревноваться в плане вот этого полета, это проблематично. Он хорош в полете, я знаю. Мы увидели, на что способен непрокачанный тягач. А прокачанный-то и вообще, наверное. И что же, вылетел кубарем. Так спешил, чтобы меня обогнать, наверное, да? Что, ну, понятное дело, что он обгонял меня. Это лучшая гонка, наверное, этого тягача на этой трассе была взята. Он не ожидал, что тут рейчик появится, да? Ну, естественно, мы еще с тобой все кактусы перечитаем. Только мне такое, блин, ребят, выпадает. Дорога через долину. Обалденная дорога через долину, ребят. Такая дорога через долину, что я приеду последним, по ходу дела. Ну да. Четвертым. Дорога через долину. Офигеть. Сельский кубок. Поехали, блин. Сельский кубок будем на сельской машине проходить. Шутка. Шутка, бомбарбея киргуду. Шутка, блин. Ты, блин. Ё-моё. Просто втопил по-черному, ребят. По черноку сейчас втапливал просто. Кто-то мне писал, эй, ты не умеешь балансировать. Как тут балансировать, извини меня. Как ты тут будешь балансировать? Если машина просто, вон, машина огонь, ё-моё. Там чуть-чуть хочешь что-нибудь сделать, и все, и финита ля комедия, ё-моё. Будешь пахать носом землю. Как-то издевательство, а? Чуть-чуть, вот буквально капельку хочешь притормозить. Оп, 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 вставай на колеса. Ребят, ты серьезно? Офигеть, ребят, я сделал кувырок через себя и еще успел догнать, даже не то что догнать, еще и первым приехать. День гонок. Поехали. Отказали тормоза. Да, если бы не отказали, было бы неплохо. О, 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 выскочка. Вот. Вот, ребята, огромная проблема именно вот, блин, подъемы. Уже все это знают прекрасно. Просто фильмся на этих никчемных, дурацких. На спусках нормально, но на подъемах это что-то с чем-то. Фух. Идеальный старт. Идеальный старт у меня был, ребята. Вот. Вот тебе, блин.
И монеты вроде берем, и все. И все равно, ребята, нет. Не, ну тут, конечно, да. Тут. О. Мистер Бья Бланко. Галина Бланко, Буль-Буль. Стоило монеток немножко поднасобирать, и моя машина вырвалась вперед, потому что ускоритель стоит. А тут, конечно, да. Тут, во-первых, идеального старта не было. Мистер Бланко, подожди меня. Не, тут понятно, ребят. Тут не вышло ни шиша. Но, тем не менее, первое место. И берем? Нет. Не берем. Не берем мы с тобой большого кубка, блин. А вот большой воздушный кубок на прыжках. Ну, давай попробуем. Тут еще и супер дизель. Обожаю, когда вот так вот едешь прям практически с закрытыми глазами. Никаких противников, никого. На идеальном расслабоне. Носом только не клюнь, пожалуйста. Такие эти делаешь. Оп, нормально. Ну что, открытый воздух. Это наш последний, наверное, заезд на сегодня на этой трассе, да и вообще на сегодняшних гонках, потому что 23 тысячи кубков нам нужно было взять. И, судя по всему, я их возьму. Да, ребята, возьму в победном марше. Ту-ду-ду-ду-ду-дунс. 30 самоцветов. И в следующей серии нас поджидает уже 26 тысяч кубков, друзья мои. 26 тысяч кубков. Какие-то дебаты. Вот как-то так. Ну что, друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!